вы помните тот момент, когда вы для своей жены перестали быть единственным, неповторимым? Не на ровном же месте у нее появился любовник. Вы ей изменяли? Я Лариса Гузеева. Это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Лина, Екатерина и еще одна Екатерина. А жених у нас Алексей. Здравствуйте. Рада вас видеть. Проходите. Алексей, 40 лет. Отказывался верить в то, что жена ему не верна до тех пор, пока улики не стали очевидны до неприличия. Алексей до недавнего времени работал на закрытом производстве в городе Саров. Сейчас директор развивающегося производства в Москве. Гордится своей дочерью, предупреждает, что не умеет прощать. Алексей не видит себя в паре с юной особой и не хочет становиться молодым отцом в почтенном возрасте. Женится на ровеснице славянской внешности с хорошей фигурой и активной жизненной позицией. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Что вы такой грустно-печальный? Ну, пока, может быть, в роль не вошел, как-то вот... И не надо входить, будьте сами собой. Хорошо. Да. Спасибо за цветы. Да, это... Это... Они немножко... Это... Такие прекрасные. Галантный. Да, брутальный очень даже. Возраст ничего подходящий, да? Да. Очень приятный молодой человек. А цветы какие подарили? Цветы какие красивые. И каждому свое. Значит, со вкусом. Алексей, какие же улики вы сочли недостаточно убедительными? Сначала, как бы я, когда начал, ну, как бы подозревать, сначала какие-то такие вещи, допустим, как-то мне стало рассказывать о том, что ее компаньон, ну, как-то дал ей в машине покататься, потом он там еще какие-то вещи сделал. То есть допустим, она все время о нем рассказывала? Очень симпатичный. Мне нравится. Темненький. Как ты любишь. Прямо такой прям мужчина. Вот я вам открываю одну тайну. Значит, если муж или жена вдруг начинают делиться со своим партнером, ну, о каком-то, соответственно, мужчине или женщине, все время рассказывать о нем, может быть, даже и не самые лицеприятные вещи, это значит, что им хочется об этом объекте говорить. Понимаете? А не с кем. Поэтому приходится говорить, ой, такая вот пришла сегодня опять юбка короткая, губы красные, я ей 100 раз говорил. Ленка, прекрати так, ты же на работу приходишь. Понимаете? Это первый вот такой вот звоночек. И просто хотелось о нем говорить, а то, что она о нем думала. Симпатичный мужчина. Очень такой видный. Мне его пиджак нравится. Ведь у вас уже ребенок родился к тому времени. Да, ребенку сейчас 11 лет, развелся я год назад, ну, соответственно, 10 лет. А вы были знакомы с ним? Нет. Я его видел один раз, когда там какие-то вещи забирали из его машины. То есть она его попросила что-то там привезти, все, больше я не видел. Это вот тогда, когда вы телефончик у него в машине обнаружили? Телефончик нет, телефончик я обнаружил как-то дома. Сумка была открыта, я увидел... ее, ну, не ее телефон, увидел какой-то чужой телефон. То есть, ну, я, конечно, не собирался. Ладно, ну хорошо, не собирались, но рука посмотрел. Сама потянулась, да, естественно. Посмотрел. Там был один-единственный телефон? Там был ее телефон и информация о контакте, то есть, как бы о владельце. То есть, владелец как бы был он, а тот контакт, который был, он назывался «Мое солнце», и фотография бывшей жены. То есть, естественно, ну, конечно, тоже как бы звоночек, но, опять же, может быть, у них там такие... Он ее старше, на, я не знаю, по-моему, лет на 13, что ли. Может быть, там она такой хороший работник, что то она так его называет. То есть, да, звоночков то есть... было недостаточно, колокола должны были забить, ну, не колокола. Конечно, никто никого не ловил. Иногда просто эти звоночки не хочется... Не хочется замечать, да. Закрываешь. Нет, это не так. Ну хорошо, если вам эти звоночки, этих намеков было недостаточно, что тогда заставило вас усомниться в верности жены? Так получилось, что я не могу съездить за границу, а ограничивать человека, чтобы там съездили точно так же, мир посмотрели, ну, это, я считаю, неправильно. Поэтому получалось так, что мы ездили с дочкой на Азовское море, там с ее братом, то есть отлично время проводили, то есть мы... Ездили. То есть у нее была полная гарантия, что с вами ничего не произойдет, вы не загуляете, ну, и ребенок, да, и брат. Да. А она поехала? Она поехала как бы отдыхать, но потом стала присылать
не мне, а дочке, ну, поскольку они вместе с дочкой уже отдыхали там в других странах, стала присылать фотографии. И причем фотографии, такое вот впечатление было, что, ну, дочь мне показала, как будто что-то хочет скрыть. Отредактированные, понятно. Да, как будто что-то такое. И тут, естественно, у меня как бы закралось некое сомнение. И потом город маленький, то есть можно как бы найти людей. Я узнаю телефон жены, теперь уже бывшей жены, насколько я знаю, вот этого компаньона. Ну и получается так, что, ну... Он тоже уехал в командировку? Позвонили, да, туда в ту же самую командировку. Тяжело ему было, наверное, это все принять. Прям чувствуется, что тяжело, у него даже в глазах грусть. То есть, ну, вы ее дождались или стали выяснять отношения по телефону? Не-не-не, я вообще не сторонник каких-либо выяснений отношений. То есть вы решили переждать ее постельный режим с другим дядей, да? Я на следующий день поехал, подал заявление на развод. И когда она приехала, я вернулся с работы, ей показал заявление на суд. Она стала, пыталась вам что-то объяснить? Нет. Надо было обсудить это с женой. И легче всего принести бумажку о разводе, ничего не сказав, ни слова, ни полслова. Вы посмотрите, сколько вы в первых отношениях совершили ошибок. И с этим телефоном, и с этим ее подельником. Нужно было все выяснять сразу же, если вам это интересно. А вы в себе таили и копили. И вот когда вы накопили уже достаточно компроматов, вы даже в этом случае ей не объявили, типа, хочу с тобой разойтись. Вы раз ей, и вот это вот заявление. Все, я и сказал. А что? Но, нет, не что, нужно разговаривать. Сказать ультиматум, это я вам про то. Нет, послушайте, это я вам про следующие отношения. Угу. Если вам что-то не нравится, если вы хотите на обед жареную картошку без лука, вы должны это сказать, а не сидеть потом, дуть, понимаешь, что она не считала, что вы с детства, оказывается, это все терпеть правильно. Не можете. А это в 20 лет можно еще ссорить в страстях, понимаете, опрокинуть друг на друга эту жареную картошку, а потом переспать этот конфликт и забыть о нем навсегда. В 40 лет это может также накапливаться, и уже в этом возрасте расставание будет, ну, более болезненным. Научитесь разговаривать. Он немного закрыт, правда? Нет, но он, видишь, снаружи весь вроде он спокойно, а внутри у него внутри непонятно что. Опять же, в голову уже не залезешь. А вы помните тот момент, когда вы для своей жены перестали быть единственным, неповторимым? Не на ровном же месте у нее появился любовник? Все потихоньку уходили. То есть и страсть, конечно, уходила, и эмоции уходили, и отношения близкие уходили как бы на второй план. Все меньше и меньше. Вы ей изменяли? Да. Она знала об этом? Ну, надеюсь, что нет. У вас были отношения очень долгое время, да? У вас была любовница лет 7? Ну, так вышло, да. Ну, интересно, что в любовнице тогда притянуло. И какая она? Да, для чего он, любовница? Так? Испытать свои чувства? Для чего? Все для того. После рождения дочки, ну, отношения, да, становились все меньше, меньше, меньше. И каждый раз... Ну, в роли какого-то там просителя тоже как-то не совсем, наверное, она правильно. Она не давала, и секса не было. Ну, что по-нашему-то, по-житейски-то. Давала, то есть, но... Давайте в другое русло. Хорошо, да, Рос, не надо тебе, ты сваха. Ну, на тебя смотришь, ну что, давала, не давала, не надо. Это когда в шутке одна история. У вас уже как-то близость куда-то на 10-й план. Интерес как таковой пропал, и все, ну, носило, я не знаю, на мой взгляд, и у вас в это время характер. Появилась любовница. Да. На самом деле, после рождения ребенка, скорее всего, она ушла в заботы только о ребенке. Это же какое ювелирное дело в течение 7 лет иметь любовницу на стороне, чтобы жена не замечала, либо делала вид. Может быть, делала вид, не знаю. Может тогда, быть, вы смотрите, вы ей изменяли, отношений не было, все было не так, как вы мечтали. Ну, она себе кого-то завела. Может быть, стоило раньше развязать этот узел? Вы бы зажили себе спокойно с другой женщиной, она бы нашла свою любовь. Сделать такой, на самом деле, решительный шаг, взять и семью разрушить, это самое простое. Я все равно как бы надеялся, что вот Алексей, мы вот тут если бы я не знала отношения. Вашу историю, глядя в ваши глаза, вот такие печальные, я бы даже поверила, что вы жертва. Но вы ведь такой провокатор. Еще когда у вас с женой все было как бы хорошо... Тогда не вам зачем хорошо. Нужно было мутить с ее подругой, там поцелуйчики, обжимучки? С подругой зачем? Это было уже где-то на последних стадиях, там, когда уже это было где-то за год, за полтора до развода. Ну, с подругой это тоже было по большей части, ну, может быть, толкнуть
жену к чему-то к другому, к чему? Чтобы... Вы к кому-то поняла, другому что... ее толкнули, а не к чему-то. Его поступки и такое, какого я и сейчас его вижу, он как-то не совсем в одно целое связывается. Они вместе, они пара? Я не знаю. Правда? У вас же ребенок общий. Но они не живут вместе. Но отдыхать они ездили вместе. Ну, понятно. Алексей, о чем-нибудь сожалеете? Если вот прокрутить, каких бы ошибок не совершили? Иногда, как это, жалею, что, может быть, где-то лишнюю демократичность дал в отношениях. То есть я всегда пытался построить именно отношения такие, что да вам не было дела до нее, послушайте. Потому что вы гуляли, у вас были свои 7 лет, это значит, была любовь. У вас была практически другая семья. Конечно, вам было не до жены. Нет, вы с ней не спали. Семьи не было. Ну, не семьи, ну хорошо. И то, что какие-то отношения были, это была некая всего лишь навсего отдушина, куда сходить. А ему что делать? Живой, здоровый мужчина. И что теперь? А то, что провокации, все мужчины устраивают эти провокации, в конце концов. Они, знаешь, как считают? Жена любит, если она борется за него. Вот он эту любовь, вот эту вот поцелуйчики с подругой. Я думаю, ему сейчас вообще будет тяжело просто. Начать новый? Начать верить женщине, да. Заново, то есть это нужно настолько расположить к себе человека, да, чтобы вот ему захотелось просто вот... Доверять. Скажите, не жалко вот этого времени, когда вы впустую, вот так вот по-дурацки, имея ребенка, имея семью, она что-то там выделывала недостойное, непристойное, вы... Вот, я, мне кажется, в следующих отношениях вы уже, конечно, будете, ну, взвешенно относиться, да? Хотелось бы, чтобы никогда вообще даже мысли не было попробовать допускать что-то подобное, да, то есть либо сразу рубить на корню, но здесь, естественно, если бы не было ребенка, да, ну, как вариант, и начались бы вот эти вот отношения, которые меня не совсем устраивали, то есть, ну, в интимной, да, области, к примеру, то я бы раньше бы все закончил. Но поскольку ребенок все-таки это, ну, из-за ребенка знаете, мы пошли целенаправленно. Вы допустили грязь в отношения, поэтому даже если бы она вам не изменяла, даже если бы у нее никакого солнышка не появилось, вы бы все равно не были вместе, потому что это шло от вас. Вы человек, судя по всему, совестливый, переживающий, ранимый. Вы знаете, как грешили и мучились, и жену мучили, да? Может быть, да. Переживали, и это не могло не отразиться на отношениях. Но он все равно ей дал право выбора. Ну да, как бы. Она могла все-таки подумать и решиться. У вас съемная квартира, правильно я поняла? Но у вас хорошая перспектива карьеры. Надеюсь. Вы в Москве живете? А так ради чего приехали-то? В Мытищах. Хорошо, в 40 лет вот вы будете начинать сейчас с нуля. А когда надо начинать? Ну, в 20, 18. А его этот, не сейчас, начинает он. Ну, сейчас сложилось, допустим, такая ситуация. Позвали, правильно? Да. А, вас меня пригласили? Да. Меня, послушайте, меня нет, пригласили, если друзья. Вас как ценного сотрудника пригласили, это же совсем другая через история. Через 10 лет у него все будет. И квартира думала, будет, и машина. Нет, конечно, я бы на такую авантюру бы точно бы не подписался бы. Взять все, бросить и сказать, что нет, все, я уезжаю, пусть трава не расти. Нет, конечно. Я вот пока только думаю в Москву переезжать. У меня много предложений, но я вот не так такая смелая. А он взял, снял квартиру и взял и переехал, и бизнесом занимается. Вот вы как раз в том хорошем возрасте, все, ребеночек у вас уже есть, у вас еще обязательства перед ребеночком будет, семейная жизнь за плечами есть. Вот приехали в Москву, как я понимаю, карьеру делаете правильно, до 50 все успеете. Поэтому не штамп в паспорте, который все только усложнит, делите и ответственность, а сожительствах. Ну, сожительство, да. Ваши потребности мне понятны, а именно для этого люди сходят, чтобы удовлетворить друг друга потребности. Вам нужна карьера, поэтому женщина вам нужна лучше всего москвичка, которая здесь живет, обеспеченная, желательно бы с хорошими связями. Она вам связи, возможности не будет грузить. Вы ей мужское внимание, хотите на ее территории, хотите не на ее территории и так далее. С ним, мне кажется, можно уверенно шагать. Вот с ним, да. Вот есть мужчины, на которых смотришь, прям вот как за каменной стеной. Ну. Вот. Вы знаете, есть актеры, актрисы, которые перед сценой себя накручивают. Они не могут выйти просто так и сыграть. Обязательно нужно, чтобы какой-то стресс был. Ссорятся с близкими, идут конфликт с детьми, не знаю, с продюсером, с режиссером. Выходят и гениально играют.
А другим нужно добро, чтобы сказали, что ты самый прекрасный, самый лучший, самый замечательный. У каждого разная вот такая пристройка, потому что мы все абсолютно разные. Поэтому, мне кажется, рядом с вами должна быть женщина, которая не будет обращать внимания просто вот, вот ни на что. Будет вас любить, будет любить секс, будет не то, что под вас подстраиваться, а такая милая, прекрасная хохотушка, болтушка, у которой все вот так по верхам. Такая шампанская. Ну что это она намекает? На тебя, Катюша, наверное, на тебя. Конечно, Алексей человек с двойным дном. Очень глубокие у вас эмоции. Вы их закапываете глубоко внутрь и никому, и никого не пускаете в свою душу. Трудно открыться. Вам нужен человек глубокий, философский, с которым хочется поговорить. Проходите, знакомьтесь с первой невестой. Здравствуй, Алексей. Меня зовут Лина. Я надеюсь, что сегодняшний день – это не последний день нашего знакомства. Вы мне показались очень хорошим, загадочным человеком. Я бы хотела вас разгадать. Очень приятно. Спасибо. Лина, 34 года. Персональный фитнес-тренер. Владелица фирмы по продаже измерительного оборудования. Катается на сноуборде и роликах, читает книги по психологии, любит рисовать. Гордится своим вкладом в изучение гимнастики и физической культуры. Мечтает открыть свой фитнес-клуб, купить спортбайк и побывать на Кубе. Лина собиралась с возлюбленным в ЗАГС, но резко передумала и отправилась искать свое счастье на программу «Давай поженимся». Надеется, что Алексей ее не разочарует. То есть, я так понимаю, вы пришли в ЗАГС, а там работает в холле телевизор и показывает нашу программу. И вы решили, да ну ее замуж, лучше пойду... Вот к трем барышням. Мы пошли в ЗАГС с моим молодым человеком, подали заявление, а потом он меня заблокировал в очередной раз, внес черный список и не хочет со мной общаться. Она одна пришла, да? А я не знаю. Ну, он один, она одна, смотри, глянь как. Все совпало. Но он наш. А что вы чувствовали, когда вот вас любимый человек вдруг вносит в черный список? Один раз, второй, третий. Это же так унизительно. Очень унизительно. А потом я поняла, что это сам по себе такой человек, и он неответственный, он считает, что... А зачем же он вам нужен был во второй, в третий раз? Любила я его. То есть вот в те пунктирные, да, моменты, когда он допускал вас к себе... Он был должен... очень такой, да. А вы пробовали с ним, ну вот в отличие от Алексея, поговорить и спросить? Говорил постоянно. А он как вам отвечал? Он вообще, он не идет на контакт, он, я считаю это нужным. Для меня это так, не хочешь, не соглашайся с этим. Вообще она хорошенькая, да. Конкурент. Леночка, а если после программы он вас снова разблокирует, будете продолжать отношения? Да я думала об этом, честно говоря. Я так устала, честно говоря, я не хочу. Вот честно? Честно-пречестно? Я вот прям, вот, ну никак уже все. А сколько по времени вот эти вот 5 раз были? Ну, за год, за 2 года? Было за не месяц. 5 раз, было больше. Ну, мы с ним больше. Вот в декабре было бы 3 года, как мы с ним встречаемся. Скажите, а кроме этого странного парня, у вас были еще какие-то отношения? Да, были отношения. И девочка ведь уже. Странные. Ну, там было вот похожая на Алексея ситуация, не очень хорошая. Там были измены. И тоже узнавали и прощали. Один раз. Первый раз я простил, второй раз уже нет. А потом пошли к тетке к своей, которая, да, занимается магией. Да, была я у тети, мне сказала тетям, что на нем порча, наговор, все наговорено. И поэтому он ходит налево. Нет, не только прямо налево. Прямо испортили ему одно место, он пока его не очистит где-то, понимаете, до блеску. Это круто. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Мало того, что он вам и изменил, вы даже узнали, с кем. Пил, работу потерял. Ну, я узнала просто, на самом деле. Я ехала на своей машине домой. Ехала мимо его бывшего дома. И просто смотрю, что его машина стоит. Это, вы знаете, вот как женское сердце. Вот как, вот что меня понесло? Я никогда этой дорогой не ездила. Вот раз, и как-то странно. И дверь открыта. И я захожу и без проблем. И звоню в звонок. И
открывает мне дверь его девушка бывшая, с которой он до меня встречался, и он сзади нее в трусах. Ну, о чем речь, все понятно. Я молча разворачиваюсь, ухожу. Но вы позвонили, сказали, кто-то такая, я с ним уже 3 года. Да, я сказала, что я его девушка, там, а вы кто? То есть я сказала, хватит первого раза, когда я молча развернулась, ушла, а в этот раз я позвоню и узнаю, кто это такая. Ой, а та разлучница же вам его бывшая в лицо плюнула? Плюнула, да, я к ней пришла, она мне сказала. Я ей пыталась объяснить, что мы в этом не виноваты. Ну, я как бы не знаю, может быть, я всегда на женской стороне, что ли. А она сказала, что вот я разлучница. И теперь у них с разлучницей ребенок. Фитнес-тренер Алексей, это никак не смущает? Что такого тренера? Тренировать мужчин. Ну, физическое. Но, может, она женщин тренирует. У вас 3 бонуса. Свидание наедине, семейная тайна или скелет в шкафу. Ну, скелет. Ну, давайте, значит, нравится. Хочется все про вас узнать. Хотя какие там уже... Это что? Это рубашка. Трусы! Какая прелесть! Подарок жизни. Что? Алексей, оставлю вас без трусов. Очень люблю носить дома мужское белье. Здравствуй, сестра. Сюрприз. Да, я сделала для Алексея сюрприз. Я за инвентарем пройду тогда. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо за все. Хорошенькая, прихорошенькая. Спасибо. Ладненькая, приладненькая. И Алексей так след-то проводил. Ну, так у них совместимость. Ого-го, какая физическая. Ну, вот я ее и вижу. Нет. Нет? Нет. Ну, ладно, посмотрим. Алексей, так как я работаю в фитнес-индустрии, и хочу показать вам несколько упражнений, и хочу, чтобы вы их тоже повторили за мной. Мне же интересно. У меня тоже такое было. Мне интересно знать возможности моего мужчины. Упражнение номер 1. Не очень сложное, классическое упражнение, многие его знают. Это планка. А, позвольте? Нет, все достаточно. Мы попробуем таким образом постоять минуту. Да? Унизило, можно сказать. Попробуем отжаться. Второй раз это чисто мужское упражнение. А ему-то что зачем? Ну какая ладненькая прямо, да? Я хочу, чтобы вы продемонстрировали. Я помогу. Мужчине уже вроде как мне 28, не дай бог давление, но вообще живой нужен. 2 раза. Все, хорош, давай. Отлично. Спасибо. Алексей, чтобы вы были еще сильнее. Что, еще что-нибудь? Я вам дарю этот мяч. Молодец, спасибо. Оба такие крепенькие. Алексей, возвращайтесь к нам. Дай попробовать пресс. Слушай, какая молодец. Какая спасибо. Молодец. Ну, 3-4 года это такой возраст. Хороший. Очень хороший. И для рождения. Да, для рождения. И молодая. Да, да, да. Вы тоже ладненький, тоже, наверное, со спортом на ты, да? Боксер. О, видите, как хорошо. Смотритесь, я вам хочу сказать, великолепно. Да, и возраст близок, и без прошлого, без какого-то она безбурного. Вот я вас вижу рядом. А я Роза. Не вижу, потому что возникнет конфликт интересов, то есть неудовлетворенные потребности. Вам нужно строить карьеру, поэтому быт женщин тогда благоустроить, не мешать, не грузить, помогать, удваивать. А ее потребность, потребность мужчине, ей нужно срочно мужчина, который даст возможность ей родить, и ей нужны деньги на содержание и так далее и тому подобное. А я считаю, нечестно жить неделю. За счет женщины и пользоваться ее связью. Я не говорю, а нет. Я считаю, что если Лина нравится, самое лучшее начинать с нуля вдвоем. Вы еще молодые, у вас все получится. И тогда это будет ценно. У него обалденный запах. У него красивые глаза. Он так на меня смотрел, мне это очень понравилось. И мне очень грустно, что практически все программы проходят под каким угодно лозунгом, только не лозунг «любовь». А я считаю, что любовь первична. Вот, на мой взгляд. Вы сначала отношения построили, мне кажется, потом про это любовь говорите. Еще раз говорю, и нечестно за счет кого-то. Тем более, если мужчина. Понятно, что в Москве огромное количество одиноких женщин, которые могут вам за постель, за что-то там... Вы сами-то как себя будете чувствовать в этой плохо. Ситуации? Нет, секундочку, Лариса. Да, дорогая. Я правильно тебя поняла? Правильно? Что ты сейчас думаешь, да. Что я агитирую Алексея на альфонство?
Вот смотри, давай так, мы же с тобой не ссоримся. Нет. Вот если появится такой прекрасный Алексей, без кола, без двора, у тебя и колы, двор, и связи. Да. Ты будешь заниматься в своем возрасте? Буду. Ради чего? Буду, да, потому что мне нужен любовник. А я и не верю, здесь... потому Почему? Что... Ну, зачем? Я с тобой общаюсь, что я вижу, тебе тоже нужен не мужчина, нужен который уже состоялся, взрослый, который будет тебя холить, лелить, мужчина, не будешь ты никем... Лариса, я ты же говоришь тебя, на каждой знаешь, программе, что я лучше займусь внуками и своими детьми, чем я буду тратить силы Правильно, на чужого поэтому мужчину. Мне нужен любовник. Который будет заниматься своей карьерой, не морочить ни мне голову, а проводить со мной приятное время, и почему бы мне ему не помочь? У меня связи, пожалуйста. И это не является не альфонство, это просто удовлетворение потребностей. Все. Тамара? Я хочу объяснить, почему молодой человек ее блокировал постоянно. Весы очень эмоциональная женщина. Луна тоже в раке, как у вас. Она эмоции все на поверхности, в отличие от вас. У нее очень здоровые эмоции. Она легко переключается, легко общается, может накричать, может сдержаться. Почему как бы партнер ее блокировал? Потому что она много говорит, и она иногда даже не замечает, что она становится немножко душной. Понимаете? Но если ей об этом сказать... Она поймет, она отойдет в сторону. Все про меня сказано, эмоции, я ими не управляю. Даже не могу сказать, это мой плюс или минус. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Меня зовут Екатерина. Я надеюсь, мой жизненный опыт поможет раскрыть всю глубину вашей души. И у нас что-нибудь, возможно, получится. Спасибо. Спасибо большое. Екатерина, 38 лет. Исполнительный директор в небольшой компании. Гордится двумя высшими образованиями. Мечтает родить ребенка. Пока Екатерина планировала вторую беременность, бывший муж незапланированно ушел к другой женщине. Надеется, что Алексей не способен на предательство. Екатерина, а ваш муж знал о планах родить второго ребенка, или это была чисто ваша инициатива? Нет, мы совместно это планировали достаточно долго. Как вы похожи, кто вы друг другу? Мама. Мама. Одно лицо. Она, по-моему, очень сдержанный человек такой. В своей раковине примерно. Хотя улыбается. Нет, я не могу ее прочитать абсолютно. И вы поехали поправлять свое здоровье на юг? Да. А мужа оставили? С подружкой, да. А почему так? Почему не вместе? Это потом выяснилось, почему. Но изначально была причина, что не смог отпроситься на работе, потому что уже у него было определенное продвижение. И как в анекдоте? Возвращается жена с отдыха. Да, и сюрприз. И сюрприз? Какой? Я ухожу. Я полюбила другую женщину. Девушка, мне кажется, сама виновата в том, что у нее такой мужчина. Может быть, она дала повод. Скажите, а до этого были звоночки? Изменял? Вы знаете, замечен не был. Ну, он работал таксистом, да? Нет, он персональным водителем долгое время, а потом потихонечку он очень умеет правильно раскрыться и найти нужные слова и быть в нужном месте. Это ему всегда в этом Послушайте, везло. Ну они все балаболы, водители. Да. Иногда хочется сказать, да не надо меня развлекать. У меня, представляете, поездки по 600 километров, и каждый водитель считает, что это продолжение программы «Давай поженимся». И он за эти 4 часа мне рассказывает историю своей семьи, соседской, друзей. Это какой-то ужас. И когда я говорю, знаете, мне не надо развлекать. Он говорит, да нет ничего страшного. И продолжает. Это происходит уже много лет. У них этот развит жанр «поговорить» называется. Ей будет тяжело растормошить его. Ну, может, он уютно вообще. Вот у меня создается такое впечатление. Скажите, ну, вы однажды от него уходили? Да, я ушла. Из-за чего? Это был очень такой большой звоночек. Мне очень не понравилось, как он... Ну, говорите, как есть, господи, боже мой, чего уж там. А чего он-то? Ударил, что ли? Что там? Был просто мамин там... юбилей. Просто мама вчера умерла его. Да. Его? Царство небесное. Царство небесное. Так был его у матери юбилей?
Да, был его матери юбилей, было 50 лет. И он напился. Он, да, он здорово выпил, он совершенно ни в чем не помогал. Он был, а для нее просто любой праздник, она к нему относится очень трепетно. Она чересчур... У вас были хорошие отношения. У нас очень-очень. Ну, вот хороший небесное. Пример свекрови и невестки. Угу. Вот. И что и, он? Ну, тогда, я думаю, что он все понял, но позже, что он был, где был он неправ. И тогда он, и не помогая, все делала она с подружками. Я, естественно, была, потому что мы жили тогда вместе. И... Ну, в общем, он вел себя не так, как, наверное, должен вести себя. Ну что, напился, он ушел гулять. Он и ушел гулять, и был в спортивном костюме, и совершенно вел себя, как будто это обычный день. Он не говорил тостов, ничего такого не было. То есть он не поддержал вот эту важность и торжественность. Может быть, он накануне поссорился с мамой? Нет, нет. Ну, напился. Ну, это стало решающим? Это был звоночек, потому что для меня отношение к маме, особенно в торжественный какой-то момент, важно для нее, потому что для нее это было очень важно. А сколько важно. Вы прожили с ним на тот момент, когда вот это случилось? Ребенку было 4, ну и до этого 4-8. В общем, вы собрали вещи и ушли к родителям? Да, к папе. Он вас добивался, да, наверное, приезжал, молил о прощении? Ну, сначала не очень, видимо, он сначала недопонимал. Я говорю, это правда все серьезно, я не могу так, как так? Значит, ты спроецируешь то же самое ко мне. Мне ее жалко. На самом деле. Скажите, пожалуйста, Ольга, мамочка, а вы поддержали Екатерину или сказали, выбей эту дурь из головы, у вас ребенок, что это за глупости, иди и живи? Не знаю, наверное, я чувствовала, все-таки он погуливает, потому что она ему чересчур много давала свободы. Он ездил на охоту, на длительную, ну, 3-4 дня. На рыбу. С трофеями, да, на рыбалку. Хоть приезжал, нет? На рыбалку. Нет. Ну, когда... Он привозил что-нибудь? Нет, без трофея. Ну, тогда понятно. Ну, хоть не привозил трофеи, после которых надо в больницу обращаться. Почему-то она совершенно не смотрит на него. Как будто стесняется. Потому что Лариса ей задает вопрос, она вроде как ей отвечает. Ты когда будешь говорить? А я буду подмигивать ему. У вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная тайна. Традиция. Традиция. А у нас традиция непростая, не очень сложная, но все-таки. Но все-таки мы привыкли, чтобы мужчина приходил к нам настоящий, и мы его испытываем. Так что прошу на сцену. Готов. Вот теща, да? А я тоже как группа поддержки жениха. Сейчас они там чего-то напридумают. Так, чего там нужно? У нас первое испытание какое? Завязать бантик девочки. Сначала выбрать бантик, который подойдет больше всего этой девочке. Секундочку. А это зачем? На всякий случай. А тем более у него девочка есть. Но он должен очень уметь. Хотели посмотреть. Вообще у нас должен быть жених очень рукастый. О. А зачем вам рукастый? Деньги приносит? Вот и вы вызовите слесаря, сантехника, пусть он там и работает. Да чтобы забить гвоздь, вам еще вызывать день... кого-то. Да, вам еще что? И денег дать, да еще это гвозди нет. Прибивать. Дочка, него 11 лет. Взрослая девочка. Надо будет подумать, как с ней общаться. Рось, я так думаю, прям... ты просто вышла, чтобы показать красивое платье и свою чудную форму, в которой ты сейчас находишься. Можем. Отлично. Можем. Молодец, умеет. Вот какая кукла. Да. Да, красавица. А теперь второе испытание. Вот гвоздики, вот молоточек. Вбить? Я скажу, что очень хорошо получается. А что у вас? Так много прибивать надо? Молодец. Да, иногда надо. Достаточно. А ремонт еще есть. Вот, значит, и на даче еще ремонт будет. Пойдем. Сказали отжаться, отжался. Да. Сказали испытание, он только руки потер и побежал. Показывайте сюрприз. Я помню, прошлым летом ты мимо проходил. Зачем теперь заметил, со мной заговорил. А нынче до рассвета хмелеешь без вина. Я на все должна. Я деревенская, я деревенская. Ты не смотри вокруг, ты погляди сюда. И спеть смогу, и сплясать смогу. А полюблю кого, так навсегда. Ой,
моя такая доля, полюблю навсегда. Спасибо, дорогая. Молодец. Какая у вас чудесная дочка. А у вас моложавая, прекрасная мама, хорошие гены. Вот посмотрите, как будет ваша дочка. Смотрите выглядеть на маму, да? Да. А это моя гордость. Сестра, просто сестра. Проходите, сестра. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Я думаю, конечно, это счастье попасть вот в такую семью, потому что это не бабий коллектив, а женский, вот в самом высоком моего понимании. И все с таким юморком. Понравилось? Я даже вашу свадьбу представляю. Он мне очень понравился, конечно. Причем, действительно, он как-то так все берется за... Ты обратила внимание, да? И за молоток. Как говорят, руки и бант, прям сразу, да, прям бант. Да. Очень мне понравилась Катерина. Подходят ли друг другу они? А подходят. У них есть совместимость, действительно, как в предыдущем варианте, но немного показательный. Какого плана? Вот проявление ее отношения, Венера в Скорпионе с Ураном, она человек очень свободный. То есть, если вдруг какие-то отчаянные проблемы, которые она переживет, воскреснет снова, она человек, способный эмоционально и любить очень сильно, понимаете, и очень сильно переживать, и посмотри, прощать очень много. Посмотри, как слезы. Да. Вспомнила о свекрови, умершей, да, в секунду в одну. И это она же вообще не сыграть очень нельзя. Сильна. У нас, Катерина, это просто, ну, чудо. Чудо, да. Кусочек золота, она вообще молодец. Знакомьтесь с третьей невестой. Алексей, добрый день. Меня зовут Катя. Я очень рада с вами познакомиться. Я именно то, что вам нужно, потому что я очень веселая, активная, и прям хочется подойти вас обнять и сказать, что все будет хорошо. Проходите. Я обнимаю, пока есть возможность. Екатерина, 33 года. Помощник президента Фонда поддержки культуры, медицины и спорта Российской Федерации. Мечтает открыть магазин женской одежды. Предупреждает, что у нее аллергия на миндаль. Екатерине пришлось потратить 2 года на то, чтобы избавиться от мужа-тирана и сохранить за собой право воспитывать собственного ребенка. Надеется, что счастье с Алексеем она обретет гораздо быстрее. Здравствуйте, блондинки. Здравствуйте. А чего не обняли-то? А потому хотели... что это очень интимно, да, правда? Пока постеснялась. И правильно делаете. Желание было. Что это за поцелуй в первую секунду? Обнимай, это же твое... Господи, это же сохранять нет, нужно. Нет, а зачем говорить тогда? А что она сказала? Ушастая ты наша. Что она сказала? Вот как раз я обнять-то я услышала. А зачем она это хотела, я и не услышала. Она говорила, объять необъятное, миру мир, весь мир объять. Давай тогда шоколадку, может, зрение у меня получше станет. Я не могла не показать знаки внимания вам. Хорошенькая. Тоже Катечка. Катюш, в чем заключалась тирания вашего мужа? Что было в нем не так? Человек понял просто, что я уже никуда не уйду, что ребенок есть. Он был импульсивен, он прям придирался. Ну, то есть, к чему конкретно? К чему? Придирался ко всему. Например, игрушки валяются в зале. Маленький ребенок, не валяются, конечно. Он играл с ними. Конечно, мы играли, да. Он приезжает с работы, я не успела убрать, он заходит, вот скандал из-за того, что игрушки валяются. Я говорю, да ну все нормально, сейчас уберу. Вот, что не могла это все вовремя просто сделать. Стульчики неровно стояли на кухне. То есть вот настолько... Еще, нет, я просто потом скажу. Не вовремя попользуюсь приехала. Своими знаниями. А куда не вовремя приехала? Что, дети, как, вернулась домой не вовремя. А где была? У родителей. У родителей была. Задержалась. Например, ребенка, то есть такие придирки были? Да, что неровно, подушки, пылинка. Да, пылинка, то есть вся. Чуть опоздала, от родителей приехала, уже скандал. Руки часто мыл? Педант. Да. Не буду скрывать, я люблю, чтобы отношения были везде идеальные, и в постель в том числе. Брезгливый? Не то, что даже брезгливый, просто вот ему нужно, чтобы все было так, как он хочет. Во-первых, чтобы это все было просто идеально. У меня... А в семье в его что было, что происходило? Ну, они были в разводе с отцом, но там был патриархат жесткий. Угу. То есть потом они разошлись с мамой, но в принципе... Но бы... привычки к тому, привычки... чтобы все было на своих местах, да, все было, да, чисто. Да, они именно из семьи.
Да? Да, поэтому это все перешло. Я была замужем, и мать моего первого мужа стелила. Помните, раньше были такие белые вафельные полотенца? Вот у нее белоснежное вафельное полотенце лежало вместо коврика при входе. Да. Надо было перелететь? Да. Нет, надо было летать вообще, в принципе, по квартире. Это болезнь, понимаете? У многих людей это болезнь, понимаете? Поэтому это уже специалисты. Но он просто удивлял именно тем, что во время ухаживания он был абсолютно другим человеком. То есть он ее как, конечно, не знаю, как царицу к ней. Вы представляете, это как маньяки. Они себя держат из последних сил. Они себя готовят потом к решающему удару. Это называется взрываем мозг по полной программе. Выносим просто все клетки. Он ей предложение сделал спустя месяц знакомства. Но это ужас, если так муж ее дергал. И ко всему придирается. Это же какой-то ужас. Кто был по гороскопу? Я? Нет, он. Он телец. Ла-ла-ла-ла-ла. Телец. Да, я тоже обратила внимание. Ну, не знаю, не знаю. Жаден был? Нет. Нет. Был щедр, но когда начали портиться отношения, и все было не так, как он хотел. У вас все забирал. Да. Он, во-первых, он украшения, которые дарил, он потом забирал. Ну, конечно. А машина была оформлена на нем, она потом досталась ему. А, то есть, ну вот, скажите, а к ребенку испытывал нежность? Ребенка он любил и любит. Он хороший отец. Ну, он хороший отец, да. Он предпочитал, чтобы ребенок сидел на стуле, попа ровная, и чтобы читал книжечку. Желательно, и да. Когда переворачивает страницы, чтобы они не шуршали, правильно? Да, вот да, чтобы вот не нарушать покой. Я думаю, может быть, мне немножко в клинике в районе поработать. Неврозов и пограничных состояний. С одной стороны, завидую то, что у них уже есть дети. А с другой стороны, у меня все еще впереди. Дорогая моя, потому что я помню своего тельца-то, бывшего-то. Думаю, ну надо же, я ему подарила хороший... Вот здесь у нас купила дорогой крест. Ну, он же православный, и камни были хорошие. А он говорит, камни маленькие. К чему это, Рос? К тельцам! К тельцам! Они все одинаковые. Ну, может быть, и женщины тоже в чем-то виноваты. Ведь не всегда получается так, что только вот мужчины. Значит, какая-то была ошибочка сделана. Вот вы посмотрели, девчонки, на Алексея. Посплетничали там? Да, конечно. Да? И что сказали? Все плохо. Да нет. Нет, 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 нет. У нас только положительные. У вас бы как раз родители вам помогли квартиру в Москве купить. Да. У вас она однокомнатная? У меня однокомнатная квартира, да. Ну, если что, как, у нас пока съемная. Вообще пока не проблема. А сколько пацанов? 8. И где этот будет пацан в однокомнатной квартире? Вот и я. А у нас все продумано. У нас в однокомнатной квартире своя, ну, как бы мы отделили прямо вот как маленькую комнатку мы сделали. Да, для ребеночка. Катюш, а вы сколько готовы ждать? Вы тоже там в паспорте хотите? Хотелось бы. А вот сколько будете ждать? Год, наверное, да, нам достаточно? Год-полтора. Я считаю, за это время можно узнать человека и понять, хочешь ты с ним связать жизнь или нет. И поскольку остался единственный бонус свидания наедине, я прямо с радостью вас хочу в комнату отправить. Проходите в комнату, свиданькайтесь. Я немножко недопонял по поводу вот совместного сожительства или, ну, в общем, сколько по времени, к примеру, нужно, чтобы понять друг друга? Ну, так. А, нет, я сказала про то, что нужен год-полтора для того, чтобы... Это совместное сожительство или просто именно... общение? То есть, ну, вот, сколько времени, например, должно пройти до того, как, ну, вот, ну, понять до друг друга? До совместного сожительства? Ну, примерно, да. До совместного, ну, я считаю, там, так как люди уже взрослые, да, я считаю, там, 3 там, месяца, это, ну, как-то, ну, можно понять за эти 3 месяца, как бы, хочешь ты с человеком дальше там что-то строить, хочешь ли совместно с ним жить, а если есть желание, почему не попробовать? Просто у нас у всех есть как бы вот эти вот опыт свой какой-то там прошлый, да, он, конечно, получается как бы негативный. А до денег она как, нормально? Она любит деньги, как и все. Вот. Спасибо. Она умеет их зарабатывать. А мы не дадим что, сюрприз, сколько надо. Может быть, у него еще что впереди. Показывайте сюрприз. Алексей, можно вам? Вот?
так как я очень люблю французский язык, потому что по образованию я переводчик с французского, вот, и все, что с этим связано, я хотела бы обратиться к французской поэзии, прочитать стихотворение Поля Верлена. Мы вместе прочитаем это стихотворение на французском. Он по-французски? Он сможет, я верю в него, он сможет. Первые две строчки я, вторые вы. И вот так вот тогда. Il pleure dans mon cœur, comme elle pleure sur la ville. Qu'il est cette langueur qui contient mon cœur. Au bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie et le chant de la pluie. Il pleure sans raison, dans ce cœur qui s'écœure. Pour annuler trahison, ce dos est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur est en don peine. И можно вас на белый танец. Я хотела бы сказать о том, что это стихотворение о том, что когда сердце пустое, в нем нету ни любви, ни эмоций, ни переживаний, наступает такое состояние хандры. Вот, я просто надеюсь, верю, что в наших отношениях не будет такого чувства хандры. Только счастье, счастье и счастье. И вот обняла. Обнимашка. Спасибо. Спасибо большое. Такое чувство, как будто у нее последний шанс выйти замуж. И я так и не пойму, ей хочется выйти замуж или штамп в паспорте, или хочется просто найти мужчину? Знаете, мне иногда вот от восторга, от какой-то жалости, сожаления хочется рыдать. Какое же количество одиноких красивых женщин у нас в стране? Вот с внешностью Екатерины в любой стране Европы она могла бы сделать головокружительную карьеру со знанием языка. Фигура, стать, открытая, глаза блестят. Здесь ничего не получается. Вот почему такая несправедливость? А в чем несправедливость в семье? Это двое. Это мы ее версию выслушали. А мужнину там нужны. Это поэтому как раз вот идет разговор, что держаться надо за свою семью. Нравится? Мне очень нравится. Берем? Забираем? Вам понравилось? Да, Катя? Очень. Удивительное, да, сочетание красоты, ума, возраста, какого-то есть здоровья психического, огонек, да? По крайней мере, живая. Я про то, да, что, да, и глаза блестят, и как-то а подружки какие? Да, одна не будет ли соблазн вот это на кухне поцеловаться? Нет. Да, в качестве провокации, если она вам пару раз откажет? И одна подружка мне сказала, говорит это, я говорю, ну вам же и деньги нужны. Она говорит, да, нужны. Я говорю, ну мы же сразу много-то не можем дать. Она говорит, а что, прям так не можем? Так что там и про денежку тоже будет. Вы тут сидите. Все абсолютно восторженные такие. Там нет у нее ни одной сын, женщины, которая бы не интересовал кошелек. Ну, мужчины. Он подруга там, видать, это раз аж тем поддерживает. Правильно, значит, делает. Не все так просто. И грыжу еще нарастите себе. Если он тебя выберет, то чужое мнение для него не важно. Ему главное свое ощущение. Понимаешь? Вы сразу вспыхнули оба. Правда? Ну, да. Даже при вашей скрытности и сдержанности. Потому что скорпионов очень сильно тянет к ракам. Они видят в вас вот эту вот компенсацию эмоциональную, которой им не всегда хватает. Она может быть и легка в общении, и в то же время у своего мужа, вот несмотря на все его недостатки телецкие, да, она где-то училась конформизму, понимаете, благодаря тому, что она шла ему навстречу. Скорпионы не всегда это умеют. Больше того, они вообще этого не умеют. Но вот благодаря этому браку он не зря был дан. Понимаете, она научилась конформизму идти навстречу и отношения как-то согласовывать. Поэтому сейчас может получиться. Понимаете? Вы пришли один, будем советоваться. Как только вышла Екатерина, я Розе шепнула. Я говорю, он пойдет к ней. Еще она не проронила ни одного слова. Прям у нас небесная канцелярия, мать. Ну, Роза, ну вот так получается. Я не знаю. Вот у меня по жизни те девушки, которые прям вот нравились, я не знаю, это стечение обстоятельств или рок какой-то. Скорпионы. Дикубни рок. Вообще-то, по большому счету, я бы посоветовала бы Екатерину первую, которая с мамой пришла.
Там все-таки помощи в карьере будет. Ну, прибьете пару гвоздей, ничего, как говорится. И с ребеночком она надоедать не будет. И все-таки... Мужчин... там все очень просто. Мужчину надо страдануть, поревновать вот эту яркую блондинку. А как без этого? А с Екатериной Первой все будет хорошо. Ну, и хватит мамки, им уже это. Ну, уже не мальчик уже. Ничего с собой не может сделать. Почему? Может, и может. Вот сейчас увидим, может он или не может. Да, у нас задание сегодня приехать с женихом. Нам жених нужен. Ну, не знаю, Тамара? Физическая совместимость есть со всеми девушками. Но со Скорпионом, конечно, будет безумно интересно, потому что это магнетизм, это притяжение, это бесконечный интерес, это развитие. И это, ну, я вижу, вы вспыхнули. Проходите туда, куда решили. Мы вас поддержим в любом случае. Даже расстаться по-человечески не можете с мордобоем, как у нас это все. Я поэтому сюда и приехал. Я не сомневаюсь, конечно, потому что страсть и жизнь, и то, что называется душа, есть только у нас. Вот сесть по душам поговорить. Я предлагаю всем выйти и поддержать Алексея. Спасибо. У нас есть пара, Екатерина и Алексей. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Рада за вас. Удачи. Спасибо большое.